Меня зовут Наталья Синдеева. И я новая ведущая телеканала «Дождь», который я сама же и придумала 6 лет назад. В это воскресенье, 27 апреля, исполнится ровно 4 года, как мы впервые вышли в эфир. Как же бежит время. Всегда. В наш день рождения мы готовим для зрителей много сюрпризов. И я очень надеюсь, что одним из таких приятных сюрпризов станет моя программа. Итак, 27 апреля. Наш день дождения. Смотрите мой дебют на дожде. Синдеева. Воскресенье в 22:00.